Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать способ, как можно слепить вот такую розу. Без проволоки, без вырубок, без вайнеров. То есть этот способ идеален, мне кажется, для тех, кто вот только-только начал заниматься кондитеркой, да, не имеет особых каких-то навыков по лепке цветов. То есть способ реально безумно прост. А вот смотрите, как красиво смотрится, да? И катаем вот такую колбаску. Скатываем колбаску. И теперь нам нужно разделить эту колбаску как минимум на... Так, скатали наши шарики. Теперь берем любую вещь, которая может участвовать как пресс. То есть, если у вас нет утюжка, то можно использовать, например, там широкую линейку или еще что-то в этом роде. Главное, чтобы поверхность была, ну, такая, чтобы не прилипала к ней мастика, и все. Итак, берем наш шарик и просто прижимаем. Вот, просто прижали, все, отложили. Дальше что мы делаем? Берем наш пресс и как бы вытягиваем. То есть, нажали, уклон остается обязательно, то есть не прямо, а именно под углом. И как бы растянули. Видите? Вот листик у нас. Смотрите какой. Видите? Хотим больше, растянули еще. Сделали потоньше. Итак, растягиваем. Главное, как говорится, чтобы вот у вас оставался вот этот угол. Здесь толще, тоньше, толще, здесь тоньше. Да, вот видите, вообще прям тончайше. Стараемся хорошо, как можно сильнее нажать. Во-первых, край будет тоньше. И текстура будет лучше. Вытягиваем. Видите, наша роза раскрывается. Теперь, смотрите, можно сделать, загнуть для большей реалистичности, да, лепесточки. Можно, опять же, не делать. Я вот, иногда мне хочется даже, чтобы этого не было. Ну, вам покажу. То есть, вот так. В принципе, в самой серединке обычно у розы редко когда завиваются лепесточки. То есть, это уже более раскрытые лепесточки. Так что, смотрите, как вам нравится. Так, все, смотрите, вот, сделали. Вытягиваем. Немножечко руками как бы прижимаем нашу розу. Ну. Не скажешь с первого раза, что роза сделана без проволоки, без молда, без вырубок. То есть, вот, к сожалению, на моем, вот она высохла, уже не так видно вот эти вот текстуру, но на вот этой розочке уже, мне кажется, здесь вот, видите, текстура. То есть, смотрится очень шикарно. Для тех, кто начинает, мне кажется, это вообще идеальный вариант. То есть, без создания, без вложений каких-либо. То есть, мастику в любом случае вы купили, да? А все остальное, можно сказать, практически с подручных средств. А если вот заморочиться и сделать вот еще вот здесь вот эти вот все надрезики, то ну просто шикарно, просто шикарно. Так вот, да, то есть чем больше мы заморачиваемся, тем более натурально смотрится наша розочка.
Надеюсь, данное видео было вам полезно и оно вам понравилось. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Очень интересно знать, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Также, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет еще очень много всего интересного. Всем пока-пока.